привет! С вами 10-й юбилейный выпуск ProNews. А у нас хорошие новости. Наш ведущий Евгений Тихомиров занял первое место в межрегиональном конкурсе студенческого актива. А пока Евгений празднует свою победу, мы продолжаем освещать события прошедшей недели. В ЛИТИ разрабатывается проект пропускной системы. Как это отразится на наших студентах, узнаем прямо сейчас. Друзья, в нашем университете повышаются меры безопасности. В связи с этим по всему университету будут установлены в скором времени турникеты. Мы сейчас узнаем у наших студентов, что они думают, слышали ли они об этом и как они относятся ко всей этой ситуации. Мы пофантазируем вместе с вами. Смотри. Наш университет повышает уровень безопасности, в связи с чем скоро будут во всем университете установлены турникеты. Это хороший шаг или плохой? Нужно ли это университету? Не нужно? Пожалуйста. Я думаю, что турникеты они особо ни от чего не спасут. Я считаю, что это нужно, но это вызовет очень много проблем. Я думаю, она нужна, но боюсь, что начнутся очереди при входе. Я думаю, что турникеты это хороший шаг. Потому что я сам не из этого университета, как бы, у меня здесь учится девушка, я очень боюсь за ее безопасность, так сказать. А что делать, если студент забудет пропуск? Вот, а это следующий вопрос такой именно. А что делать, если студент забыл пропуск? Как лучше сделать? Сделать какую-то карту, ключ, вот, или давай пофантазируем. Я думаю, что лучше ее не делать. А вообще, то есть, да. У вас как там, карточки бесконтактные? Да, конечно. Расскажи о системе. Да. Я смотрю, дизайн разрабатывал тот же гений, что разработал дизайн БСК, да? Да, мы передаем вам привет, вы очень способный человек, явно. А вот если деканат, так сказать, пронырливый везде, захочет, так сказать, считывать посещаемость, вот, не дай боже, что тогда делать? Вот тогда это опасно, понимаешь, накалится ситуация. Ну да, да, здесь я не подумала об этом. И посещаемость, и, так сказать, не прогуляешь. Я думаю, это никак не относится к деканату и ко всем. Это больше всего, наверное, безопасности, то есть пропускной пункт. Следует отметить, что данная программа, которая у нас реализуется вот по безопасности университета, предполагает завершение работ к 1 сентября 2019 года. И сотрудники, обучающиеся, будут иметь соответствующие пропуска. Эти карточки могут быть интегрированы и с различными другими функциями, в частности, платежными системами. Предусмотрен режим прохода в университет, значит, по разовым пропускам, либо по заявкам. В основном КПС профессор Попова будет предусмотрено место работника бюро пропусков, который будет осуществлять эту функцию. Правком студентов и аспирантов ЛИТИ продолжает организовывать экскурсии по городам России. Дим, ты где? Нам надо выпуск снимать. Я боюсь, Илоночка, сегодня не получится. Почему? Ну, как тебе сказать? Ну? Я в Новгороде. Наша экскурсия сейчас в Новгороде. Они могут отвезти тебя обратно. У нас сегодня в гостях один из организаторов поездки в Новгород. Добровина Полина. Здравствуйте, Дмитрий Плечков. Здравствуйте. Скажи, вот ребята, которые приехали, как они? Они молодцы, они интересные? Большие молодцы. Это очень организованная группа. Все экскурсоводы удивляются. По времени, еще до окончания свободного времени, уже все сидят, все со своей едой. Молодцы вообще. Подготовились. А скажи, пожалуйста, а тебе самой какое место понравилось из того, что вы посетили сегодня? Мы сегодня увидели Юрьевский монастырь, там очень красивый Григорьевский собор старинный. Ты только что нарезал круги, как я понял, против часовой стрелки, да? Да, все правильно. Вот, и возникает вопрос, а зачем ты это делал?
Существует такое поверье, что если пройти 3 круга против часовой стрелки и загадать желание, то оно сбудется. Я вот загадал желание и буду ждать, пока оно сбудется. А как гостиница? Как гостиница «Интурист»? Мне сказали, что проверено ревизора Леночкой. Да, ну у нас была грязная тюль сразу, на что обратили внимание, когда зашли. А так, гостиница отличная, условия вполне приемлемые. Завтрак был просто шикарный. А, ребята, как вам организация самой экскурсии? Ну, мне все нравится. То есть мы очень хорошо покушали. Вчера мы хорошо покушали, и сегодня тоже мы едем в очень классную кафешку. И по организации я просто овации, овации. Все нравится. Да, очень вкусно поели. Это самое главное для студента. На этой неделе в нашем вузе прошли 2 масштабных мероприятия, которые наша съемочная группа не оставила без внимания. В стенах нашего университета уже 17 лет проходит пиар-фестиваль 3-го тысячелетия. И о нем наш следующий репортаж. Дорогие друзья, наш ProNews Mobile остановился напротив дней карьеры в ЛТИ. И сегодня у нас здесь только Газпром. Пошли узнаем у наших студентов, что это такое. Погнали. Дорогие друзья, один из организаторов сегодняшнего дня карьеры. Расскажи, пожалуйста, что конкретно здесь, сейчас, сегодня происходит? В основном на работу не берут ребят, у которых нет опыта работы, правильно? Правильно. Его надо где-то нарабатывать. Нарабатывают его в основном на стажировках. Нам очень повезло то, что у нас есть такие компании, которые пекутся о студентах, которые понимают то, что студенты – это будущее, это люди, которые будут в будущем двигать нашу страну вперед. Руководство сейчас занимают люди, которые старше 40-50 лет. Им нужна какая-то смена, нужны перемены. Эта перемена – мы. И мы одни из организаторов тех людей, которые приходят и забирают студентов. Дают им какие-то стажировки, дают им какие-то льготы, чтобы они работали. Это очень замечательно. И я, честно говоря, очень рад, что такое сейчас происходит. Спасибо. Я рад, что я тебя встретил. Очень по делу. Прям в самую душу всадил, честно сказать. Мы вернемся. А расскажите, пожалуйста, вот о том, что здесь сейчас происходит, как это происходит и зачем. В ЛТИ есть студенты, которые учатся на специальностях, подходящих для нас. Мы им рассказываем о компании, предлагаем темы дипломных проектов и что нужно, чтобы к нам попасть на практику, на работу. Приближается конец учебного года, а вместе с ним и завершается конкурс общежитий. Конкурс на лучшее общежитие – это ежегодный конкурс, проводимый среди команд общежитий, который включает в себя серию спортивных и творческих мероприятий. Мы хотим сплотить ребят для достижения общей цели, прежде всего для победы в этом конкурсе, а кроме того, сделать жизнь проживающих в общежитиях, то есть их внеучебную жизнь, интересной и разнообразной. На данный момент места распределяются следующим образом. Но впереди предстоит пройти еще несколько этапов. Стрельба, легкая атлетика, танцевальный конкурс и смотр общежитий. Поэтому ребятам не стоит расслабляться. Уже на этой неделе пройдет самая танцевальная ночь этой весны. Не упусти шанс стать участником этого события и поддержать команду своего общежития. И по традиции мы объявляем розыгрыш билетов. Подробности смотрите в описании. Это был 10-й юбилейный выпуск ProNews.